it's like through the aspirations. І так через наше намірення. To lead beings to the happiness. Ми будемо стремлятися к тому, щоб привести до щастя. Четверта глава. Reach and range of the entire universal. Повсюду в пространстве в пределах всех вселенных. Pacify completely the suffering of all the lower animals. Я полностью I shall lead all beings to be happiness and work for the and ultimate benefit of the each and every one. Повсюду в пространстве и в пределах всей вселенной я полностью усмирю страдания всех низших царств и приведу всех существ к счастью и буду трудиться ради высшего блага всех и каждого. This means. Это означает. And the size of each realm. Что все эти огромные царства. And the entire universe. И вся вселенная. And reach and range. Сколько бы они ни простирались. Of the entire universe. Вся вселенная. And whatever. Все. In the this universe. Что есть в этой вселенной. To exist in the sufferings. Везде, где существуют страдания. We say, may I pacify completely the suffering of the, all the, those universes. Мы говорим, я пусть я полностью усмирю страдания всех низших царств. All those lower realms. Всех этих нижних царств. In the lower realms. И говоря о нижних царствах. They have specific sufferings. Есть особые страдания. Like hot suffering. Например, страдания жара. Cold suffering. Страдания холода. Thirsty suffering. Страдания жажды. Hunger sufferings. И страдания голода. And also problems ignorant. А также проблемы с неведением. And also harming problems. Проблемы с тем, each other. Существа постоянно вредят друг другу. And also some realms. А также есть царства. Such and such sufferings. Где существа испытывают огромные страдания. Like birth and death. Например, рождение, смерть. Inconceivable death. Невероятные смерти. And also all the time is killing each other. А также там существа постоянно. That kind of the different realms. Вот такие есть разные царства. Different sufferings. И различные страдания. May I shall. Пускай я. May I purify it. Пусть я очищу. To all those sufferings. Все эти страдания. To lead those beings. И приведу всех существ. To the happiness. К счастью. And work for the ultimate benefit. И буду трудиться ради высшего блага. Ultimate benefit. Высшее благо. Of the enlightenment. Это просветление. Like each or every sentient beings. Для каждого и всех живых существ. And then is next one. И следующее. The aspiration to wear the harmony of the dedications. Пятая глава. Это устремление к тому, чтобы носить броню преданности. And this day, like through the aspirations. И через устремление. And really wearing the armors. Можно носить броню. And no afraid. И не бояться. Whatever we need. Все, что нам нужно. To do some benefit for the other sentient beings. Это создавать благо для других живых существ. Like he says, I shall bring enlightened action to perfections. Serve beings so as to the that they need it. Teach them to accomplish good actions and continue this throughout all the eons to the comes. И так в этой главе говорится, и я доведу просветленные деяния до совершенства, и буду служить существам в соответствии с их потребностями, буду учить их осуществлению благих деяний, и продолжу это во всех грядущих эонах. And that means, и это означает, in the futures, в будущем, and how many times I do need, сколько бы ни понадобилось, to do the benefit for the sentient beings, для того, чтобы вершить благо для живых существ, throughout all the eons to come, во всех будущих эонах,
Of course, we hope. Конечно, мы надеемся. We don't need to do much. Нам не нужно слишком много делать. And we have strong wish. Но мы можем зарождать сильное There's желание. Not much suffering sentient beings. Чтобы живые существа не очень страдали. We have strong aspirations. У нас есть очень сильное намерение. To be samsara as quickly empty. Чтобы самсара как можно быстрее опустила. But in case. Но в том случае. We need to help to the sentient beings. Если нам понадобится приносить благо живым существам. Through our like enlightened actions. Через наши просветленные деяния. To the enlightened actions. Просветленные деяния. To be the perfections. Их нужно довести до совершенства. Но if we cannot to make the perfection of the our enlightened actions. И если мы не можем совершать совершенство просветленных деяний. Then also difficult to help to the sentient beings. То тогда будет трудно помогать живым существам. Once we are completed. Когда мы завершаем. Enlightened actions. Или же доводим до совершенства просветленных деяний. Then we become very much accessible. Тогда с нами очень легко общаться, мы становимся очень терпимыми. А также мы можем служить to all the other sentient beings. Всем другим живым существам. He eats too much nuts. Stomach problems. And then afterwards, потом, serve beings so as to settle their needs. Мы будем служить существам в соответствии с их потребностями. And that means, и это означает, our, like we completed когда мы доводим до совершенства наши просветленные деяния, we completely perfect Buddha, мы становимся совершенным Буддой. And then our action и тогда наше деяние become very relevant становится действительно to the other sentient beings. Такими, какие нужно другим существам. Whatever they need. Все, что им нужно. We can make on accomplishment. Мы можем им дать. Only that is negative things. Кроме негативных вещей. Sometimes funny, you know. Иногда бывает смешно. Negative doers. А те, кто делает негативные деяния. Funny things. Someone says, Buddha, can you help me? Некоторые говорят, Будда, помоги, I'm пожалуйста. Going to rob it to there something. Собираюсь кого-то воровать, нужна помощь. Tonight I'm going to rob a bank. Сегодня банк пойду грабить. Buddha, can you help me? Будда, помоги, пожалуйста. Sometimes helps. Иногда помогает. Be careful. Поэтому осторожно. In my monastery. В моем монастыре. You know, Dzogchen monastery. А это монастырь Дзогчен. There's Dzogchen Rinpoche. Есть Dzogchen Rinpoche. Fourth Dzogchen Rinpoche. Четвертый Dzogchen Rinpoche. He's become very special lama. Он такой особый лама. If you ask something, и если ты что-то у него попросишь, he'll tell you. Он тут же тебе все говорит. And he can do in the future, you can ask. He don't need to think just blah. То есть все, что вы хотите у него спросить, он тут же вам все это рассказывает, говорит. And also, he's all the time sit like this. Он все время вот так сидит. And monks are doing good, but he don't say nothing. Хорошо, плохо поступают, он ничего не говорит. Then becomes a little bit monk strange. И тогда и монахи стали странными. One night. И однажды ночью. One monk wanted to rob his in the treasures. Один монах хотел сокровища похитить. And he, the monk is climbed. И монах забрался. In the Rinpoche's place. Some in that. Rinpoche. He knows in some place there are some jewels, money. Он знает, что там в других пещерах хранятся деньги. Suddenly he almost reached in the window. Он практически до окна уже добрался. And he almost falling. Чуть не упал. And he asked, please, Dzogchen Rinpoche, can you help me? Он просил Dzogchen Rinpoche, спаси. And he didn't fall down. И он не упал. And he entered. Вошел. He took it. Взял то, что собирался. And that morning, some managers came. Manager пришел. Or last night, their robber came to in the, you know, in the, some store room. They took this and that. Вошел в запасники, украл то-то и то-то. And then they went to Dzogchen Rinpoche. Do you know? Они пошли к Dzogchen Rinpoche спросить. Ты знаешь об этом? At that time he lied. Ну вот в этот раз он соврал. He smiled. Он улыбнулся. I don't know. И сказал, ничего об этом не знаю. And then they are searching. They took. He took many. Дали искали, потому что он много взял с собой. One day Dzogchen Rinpoche sent one message. И однажды Dzogchen Rinpoche записал записочку. He said, this message. Don't open. Give to this monk. Он сказал, там написал и сказал, что не открывайте сами эту записочку, а дайте ее этому монаху.
And in the message, а там було написано, you know, we are both robber. Ми оба з тобою вори. And you took things. Ти взяв вещи. I lied to those. А я соврал із-за этого. I think it is very dangerous to put back. І поэтому очень опасно, давай верни ка все обратно. And then as he came, this monk, he thought Dzogchen Rinpoche hasn't got like a kind of clairvoyance. І этот монк думал, что у Дзогчена Ринпоче нету этого ясновидения. And he came to Dzogchen Rinpoche, why you send пришел this говорит, message? Ты че вы мне шлете записки такие странного содержания? And he's laughing. Он засмеялся. Why you ask me to help? Говорит, а зачем ты попросил меня о помощи? Because you are almost falling through the window. Ты практически свалился. You asked to me help. Ну тогда ты меня попросил о помощи. Я помог тебе. And we both robbed. И тогда получается, что мы оба воры. Also they asked to me, do you know that I lied? И поэтому, когда меня спросили, ты об этом знаешь, я соврал. I think it's better tonight to put back. Поэтому я думаю, сегодня давай-ка обратно все. If you do not put back. Если обратно все не поможешь. Sure, did they know? Тогда точно нет, узнают. Все, тогда монахом ты больше не будешь, тебя выгонят. Тогда точно будет наказание. And then the monk was so embarrassed. И монаху стало стыдно. And cried, он and поплакал. He said, I'll never do again. Сказал, никогда больше and такого не буду. He put back. Попросил помощи у Дзогчена Ринпоче и все вернул обратно. And then in the morning, и утром some managers, oh, very strange robber. Менеджер говорит, странный вор. Last night they put back. Вчера все вернул. Дзогчен Ринпоче ask. Дзогчен Ринпоче. Do you know? He was smiling. I don't know. Дзогчен Ринпоче спрашивает, а вы знали об этом? He lied. Опять соврал. Like this, you know? Вот так. The, like once be enlightened man. Когда мы достигаем просветления. It's like kind of wishing for feeling jewels. Это как драгоценность исполняющая желание. Is making the help. Любое существо, которое о чем не попросит, всегда им поможет. Like negative things like this, you know? Даже в негативных делах, как это. But also enlightened activities. Но что касается просветленных деяний, very much relevant. Они всегда очень правильные, адресные. Это означает, sentient beings need. Если что-то нужно coffee. Человеческим существам, кофе. I serve you coffee. Тут же вам будет кофе. Never say, oh, you don't need. I serve you tea. Никогда так нет. Я хотел кофе, а вы мне чай подали. And sentient beings need tea. А если живым существам нужен чай? Offer tea. Будет им чай? And whatever they need, necessary. Все, что им нужно, все, что им необходимо. We are not like this, you know? А мы не такие. When we ask help, когда мы просим о помощи, can you give me tea, then? Пожалуйста, мне чай. No, coffee is good. Вместо этого говорят, а вот кофе хороший. Or coffee give me, no, tea is когда good. Мы хотим кофе, нам говорят, а вот this чайку попей. This kind of argumentation. Вот такой спор возникает. And also it's like not really like helping. И тогда это не очень хорошая помощь. There's a lot of expectations. Есть очень много ожиданий. Not like this. Не так. And here it says. И здесь говорится. Whatever they needed. Все, что их нужно, в соответствии с этим. Them to the completion, good actions. Буду учить их осуществлению благих деяний. Through the manifestation that comes from the good action. То есть подобные проявления идут от осуществления the result is from the good action. Потому что результат возникает из благих деяний. And doing of good actions. И тогда, когда мы совершаем благие деяния. And good actions. Благие деяния. Whatever sentient beings needed. Все, что нужно живым существам. They came to get that. Они могут получить. And also they're talking about our moves. И также здесь говорится о броне. Very much diligent. Это усердие. The eons need to do something beneficial for sentient beings. They never become tired. Здесь говорится, что я продолжу это во всех грядущих ионах и никогда не буду уставать. Like this. Вот так. Okay, next one. Следующая глава. Aspiration to accompany other bodhisattvas. Называется устремление к тому, чтобы сопровождать других. And that is also very important. Это тоже важно. And he's talking about that this action of the enlightened man. Если мы говорим о просветленных деяниях. For the accomplishment of the enlightened man. Если мы говорим о достижении просветления. When we be in the path. Когда мы находимся на пути. We are still mind is very fickle. Наш ум все еще what очень фрики.
stable finally. Okay, that's, you are right. My Lord Zaras great understand my ugly English. Такой неустойчивый у нас ум. Okay, very much changeable. Такой меняющийся ум. And it's like a green, like grass. Как травка. Wind is coming. Подует ветер. And the grass go like this. Трава наклоняется в одну Wind сторону. Is coming. And grass goes другой like ветер this. Подул, в другую сторону. Our mind is a little like this. И наш ум тоже немножко на это похож. Not stable. Он нестабилен. In this case, и в этом случае we need like a good companion. Нам нужны хорошие товарищи. Bodhisattva companions. Товарищи бодхисаттвы. If someone's practice really the enlightened path, если кто-то действительно практикует путь then you can do together, то тогда вы можете идти по нему вместе. And then accomplish enlightenment through both sides. И тогда достичь просветления для одного и для второго. He said, may I always meet and be accompanied by пусть я всегда встречаю these who actions accord with mine. And the body, speech, and mind as well. May our action and aspiration always be one. Пусть я всегда встречаю и всегда пребываю в сопровождении тех, чьи действия соответствуют моим. И пусть также наши действия и устремления на уровне тела, речи и ума всегда будут едины. And this is like a company, other like bodhisattvas. Это как бы находиться в компании, сопровождать бодхисаттвы. You aspirating. А мы устремляемся to pray, и молимся to say in the future, life and lifetimes, и говорим, что в будущих жизнях can и жизнях become, после жизни shall I become пусть я стану companion for same as my action. Пусть я нахожусь в компании тех, чьи действия согласовываются с моими. Same as my path. Чтобы у них был такой же путь, как и у меня. Like a bodhisattvas. Например, как путь бодхисаттв. To all the timers. Все время. To be with them. Чтобы находиться с ними. To act according to what is my doing things. Чтобы действовать в соответствии с like тем, как я это хочу. Dharma, например, в соответствии с дармой. Doing the enlightened paths. Идти по пути просветления. And body, speech, and mind as also will. И чтобы речь, тело, речь и ум также шли по тому же пути. And that meant. И это означает movement of the body, движение тела, movement of speech, движение речи, movement of the mind, движение ума, very much same directions, чтобы они все следовали в одном направлении, towards enlightenment, навстречу просветлению, doing the benefit of the sentient beings, также творили прекрасные блага для других живых существ. And therefore we say that our actions and aspiration always be one, и поэтому мы together. Пусть наши действия и устремления будут едины, чтобы они никогда не были отдельны. Чтобы они всегда были абсолютно едины. And do you have some questions? Может, вопросы усыпает опять Римпоче. Ну, какие-нибудь, ну, хоть... Вот утром была тема, и там затрагивалось, что чистые земли, они вокруг нас, можно их видеть. Можно об этом немножко поподробнее, как это их видеть? Okay. So in the morning you said that there are pure lands all around us, and sometimes we can see them. So if you say, how can we see them? How can we see them? Yeah. Very easy. Легко. You listen very carefully to the Santakoi. She can tell you how you can receive. But you are not translating. Not translate my way. Перевожу. Надо слушать учителя, тогда он вам расскажет, как можно видеть чистые земли. Учителя сам такой. What is? This is Ivar's toys. Toys. In Chinese, when you do like this, sometimes when you have mental problems. Такое делают, когда ментальные проблемы у людей. Yes, yes.
means how to see. Как увидеть чистые земли? I think we need to purify our mind. Во-первых, нужно очистить собственный ум. To concern the Buddha nature. Нужно подумать о природе Будды. Then you can to see. И тогда можно увидеть. How to concern the Buddha nature? Mm-hmm. How to concern Buddha nature as Buddha nature? Not clear. Buddha nature's nature, nature of the mind. Надо посмотреть и увидеть природу Будды, природу ума. And nature. Природа. Nature means. Природа означает. Very special. Что-то особенное. You have nature. У вас есть природа. According to your nature. В соответствии с вашей природой. You become child. Вы становитесь ребенком. You become adult. Взрослым. Like there's many possibilities. Есть очень много возможностей. Nothing fixated. Ничто не зафиксировано с самого начала. When you look at your mind. Когда вы смотрите в свой ум. Mind is never fixated. Ум тоже никогда не зафиксирован. Sometimes mind becomes positive. Иногда ум позитивный. Sometimes negative. Иногда ум негативный. Ultimately there is. Все время меняется, то одно, то другое. But then the essential mind. Но вот это основа, вот это суть ума всегда чиста. Land. Это чистая земля. What does it mean? Что это означает? It is impartial. Это то, что безусловно. It is not belong the negative. Это то, что не принадлежит не негативному. Это то, что не принадлежит позитивному. It is the universal. Это универсальное. Because in the, from this central nature. Потому что из этой центральной природы. To come all the thoughts. Исходят все мысли. Nothing fixed. Ничто заранее не предусмотрено, не зафиксировано. That is we call the true nature. И это то, что мы называем истинной природой. To more close. Больше, все ближе, ближе. And then there is positive movement. Когда мы приближаемся в positive movement, случается больше и больше позитивных движений. It's what is occurring. Позитивные движения во всем, что случается. All pure land things. И позитивные движения — это как раз и есть чистая земля. Like to see the qualities. Когда мы видим эти качества. And this true movement. И эти два движения. Do you understand true movement? Вы понимаете эти два движения? Positive позитивные thoughts, и негативные. Positive thoughts, позитивные negative и negative позитивные thoughts, и негативные упражняются заодно. But mind is never fixated. Но ум никогда не зафиксирован. If mind is fixated, если бы ум был зафиксирован, which is positive or negative, то мы бы стали думать, он зафиксирован на позитивном или на негативном. Then fixed, зафиксирован. That means we haven't got true nature. Означает, что у нас нету истинной природы. True the true nature. Благодаря истинной природе. No fixation. Благодаря тому, что ничто не зафиксировано. Then the alternate is coming. Все время что-то меняется, то одно, то другое. Positive, позитивное, happy, счастье, pure land. Это negative, земля, негативное, suffering, несчастье, impure land. Нечистая земля. Then this is a coming. Вот это все исходит оттуда. Now we develop the positive aspect. Теперь мы развиваем больше позитивный аспект. For example, например, one is negative, одно негативное, like вот это. It's a true nature is be in the negative. То тогда истинная природа будет также и в негативе. Work in the negative. Будет работать даже в негативе. This period. И это предыдущее. It looks like negative. Выглядит как негативное. But this during that times. Но в это время. True nature is not belong the negative. Истинная природа не принадлежит негативному. But working with negative very well. Но очень хорошо сотрудничает с негативным. But this period. Но вот это. Negative period. Это негативные. To see the impurities. И в это время мы будем видеть все грязное, все несчастья, будем страдать. And then suddenly a change. Потом внезапно все меняется. Positive periods. Находится, настает период позитивного. And the true nature. И истинная природа. Is not changed. Не меняется и в этом But случае. But in the positive period, it works. Но она также работает очень хорошо в позитивном During this positive, во время этого позитивного счастья comfortable, комфорт very nice. Все очень хорошо. And like this, now we are extending the positive period. И теперь мы стараемся вот этот период позитивного немножко продлить. Reducing the negative periods to
уменьшить негативный период. Then positive bigger extend. И тогда позитивный все больше, больше, больше. Big and bigger. Все больше и больше. One day, и один прекрасный день. Movement is the positive. Все наши движения станут позитивными. But the true nature. Но истинная природа. It's everything. Все равно будет везде. You don't need to change into the positive. Вам не нужно ее превращать в позитивное, но его движение. And then the forever you change into the positive. И тогда, когда вы уже полностью поменяли все на позитивное. Then you can to see the pure land. Вот тогда truthfully. Можно увидеть чистые земли. Do you understand? You know periods. То есть вот эти периоды. You know, same times positive negative is impossible. Не бывает так, что в одно и то же время и позитивное, for и негативное. Example, we say, например, можно сказать. Cry and laughing together. Смех и слезы одновременно. Is possible? Возможно. I'm not sure. No. For example, some months. Например. Some ladies cry. Некоторые женщины плачут. Suddenly change. А потом что-то меняется? Your cry still is not finished, but inside you already changed. Но внутри уже что-то поменялось. And then you can laugh. И можно тогда смеяться. But not together. Но не вместе. Not together. Но не вместе. But it's like you are laughing. Ну как бы вы смеетесь. But in a sad, you can to cry. Три уже это печально копилось, и вы будете плакать. But there is alternate the same time as two feeling is almost difficult. То есть то одно, то второе, но чтобы в одно время два чувства были, это невозможно. This is like alternately in the mind is occurring. Постоянно бывает это как вот переменный ток все время меняется от одного в другое. Suffering, Like comfortable, uncomfortable, comfortable, uncomfortable. You know, one ground, true path. Поэтому мы говорим одна основа и два пути. It's obvious. Это абсолютно ясно. Very good to research like this. Очень хорошо вот поисследовать это, поанализировать. Samsara, nirvana. Самсара и нирвана. Suffering, happiness. Страдание, счастье. Хорошее, плохое. It can occur from the true nature. Это и одно и другое может произойти из истинной природы. True nature is not belong one side. Но истинная природа никогда не будет принадлежать одной стороне или второй. Even right now. И поэтому даже сейчас. We can to analyze. Мы можем проанализировать. It is not fixated. Что это все не зафиксировано. Now we are doing positive things. Сейчас мы делаем что-то позитивное. Like this morning we say is like a offering, presentation, and the seven branches of it. Сегодня утром мы говорили об отношениях, о простираниях, о семи частной молитве. Through that we are extending. И благодаря этому мы так чуть-чуть увеличиваем период счастья. As much as we can. Как только можем его увеличиваем. Then it's like the movement. И тогда движение. The happy movement. Движение счастья. The times we making more and more. Время этого счастья мы делаем все дольше и дольше. Through the accumulations. Через накопление заслуг. Or the positives. Позитивного. To helping. Мы помогаем. To make more periods for the happiness. Чтобы период счастья был длиннее и длиннее, позитивный период. And that is very important. И это очень важно. The one day. И в один прекрасный we see день. All the purified. Все будет очищено. Negative things. Все негативное будет очищено. At that moment. И в этот момент. There's no any more negative movement. Больше не будет никаких негативных движений. Totally positive movement. Будут только позитивные движения. And then pure land is can to see. И вот тогда сможем видеть чистые земли. Like this. Вот так. Positive developed. Развивается позитивное. We can to see. Pure land. Мы можем видеть чистые земли. Pure land is come from the essential mind. Чистые земли произошли из этой основы, а из природы ума. And on pure land also is come from the essential mind. И надо сказать, что нечистые земли также происходят из основы ума, из природы ума. But no. To reduce negative movement. Мы уменьшаем негативные движения. More to develop the positive movement. Развиваем позитивные движения. Then we can to see pure land. И тогда можем видеть чистые земли. Answer. Good speech. Answer. Это был ответ. Okay, others, do you have questions? Еще какие-то вопросы? And also good questions. Хороший вопрос. And that is like same as the next our doing things. Можно сказать, что это полностью соответствует нашей следующей главе. Next is the aspiration to have
virtue teachers and to the police of them. Следующая глава говорит о стремлении к тому, чтобы иметь добродетельных учителей и радовать их. And that is the most important. Это очень важно. You know, if we want to extend the periods of the happiness. Если мы хотим увеличить период позитивный, период счастья. We need virtual teachers. Нам нужны добродетельные учителя. We should to please them. Мы должны радовать их. And through the body movement. Через движение тела, через движение души и движение ума. And he says, may I always meet spiritual friends. И здесь говорится, пусть я всегда встречаю духовных друзей. Who long to be of the true help to me. Которые желают по-настоящему мне помочь. And who teach me the good actions. И которые обучают меня благим деяниям. Never will I disappoint them. Пусть я никогда их не разочаровываю. For their kind perspective. То есть с их точки зрения, чтобы все было хорошо. Spiritual friend. Добродетельные друзья. It is very kind. Духовные друзья. Because spiritual friends. Потому что духовные друзья. Teach to us. Учат нас. Good actions. Хорошему. Good actions. Хорошие деяния. Help to us. Помогают нам. And which kind of helps? И какого рода помощь? Good actions. Это хорошие деяния. Extend good periods. Которые продлевают наш период хорошего. As much as we can get longer periods of the happy time. Чем больше мы можем продлить время счастливого, during this period, во время этого периода, we can do good action, мы также можем совершать хорошие деяния, like action of the six paramitas, например, деяния шести парамит, and also we extend, а также мы продлеваем его, we are more happy, и тогда сами становимся more более счастливыми, more and more extend, все больше и больше продлеваем, good positive periods. А это хороший позитивный период. Then we can one day. И тогда в один день. Completely to be like kind of this side. Можем полностью перейти на эту позитивную сторону. And completely purified. И полностью очистить. Negative movements. Негативные движения. Therefore. Поэтому. We say it's like beneficial spiritual friend. Мы говорим о тех, которые желают по-настоящему мне помочь. Told to me. Которые обучают меня благим деяниям. Who is helped to me? Которые помогают мне. Good actions. Своими благими деяниями. Good action of the body. Благими деяниями тела. Good action of the speech. Благим деяниями речи. Good action of the mind. Благим деяниями ума. And good action. И благие деяния. To say is like to stop the killing. Это прекратить to убивать. Stop the stalling. Прекратить воровать. To stop the sexual misconduct. Прекратить неправильно себя вести в сексуальном плане. And related these three things. И когда мы говорим об there's этих many вещах, different like kind of negative actions. Благодаря этим негативным to деяниям. To stop there's many good actions. Мы можем совершить study. Очень много плохого. Это все надо остановить, и тогда переключиться на хорошие деяния. And also the good action of the speech. А также хорошие деяния речи. Not to lie. Это, во-первых, не врать. Not to doing sowing discord. Не ссорить людей. And not to give harsh word, you know. И грубости им не говорить. And not talk about gossip. И не сплетничать. And to stop these four negative actions. Вот остановить эти четыре негативные деяния and речи. And to saying good dharma. Вместо этого начать говорить о дарме. Teaching dharma. Учить дарме. About the six silk mantras. В первую очередь это учить шесть слов мантры. And to make mantras. The good friend. Также завести себе хороших друзей и жить с ними в гармонии. And never give the harsh word. И никогда им гадости не говорить. Все время говорить только хорошие, приятные слова. Never talking out of gossip. Не надо никогда сплетничать. You know, that is this. Знаете, вот то-то и то-то. This is that. А вот это. This is not correct. И вот это неправильно. I know very well. А я точно знаю это. This kind of someone is like doing such things. Когда мы такое делаем, we see, мы видим, we immediately criticize, мы тут же начинаем saying right and wrong. Мы говорим, это правильно, это неправильно. And the spiritual friends, и духовные друзья, to say, говорят, stop gossip, кончай сплетничать.
and to say good things. Вместо этого хорошо говорят, хорошо talking about noble qualities. Говори о благородных качествах. You know, when we be together, когда мы вместе, oh, this good persons, what they done. Мы говорим, вот это хороший человек, how many sentient beings он saved. Как много живых существ он спас. That person, how much helping. Вот этот человек, как много он помогает. Oh, that boy, girls. Эта девочка, мальчик. So kind. Такие добрые. So nice. Такие хорошие. So compassionate. Такие сострадательные. Help family. Они помогают семье. Help society. Они помогают обществу. No arrogant. Они не страдают самомнением. Они не глупые. No сам такой. И не такие. And talking like this. И вот так вот. Others very happy. Когда другие это слышат, они счастливы. Therefore, spiritual friend. Поэтому духовные друзья. And also all the times. А также все время. Can I meet them? Мы думаем, чтобы я through вот таких. Through the spiritual friends. Друзей встречал и вот такие. We can understand the true nature of mind. Мы можем познать истинную природу. We can receive the sent quintessential pit instructions. Мы можем получить сущностные наставления. Quintessential. Сущностные. The point. Ключевые точки. Essence point. То, что говорить о самой сути. Pit instructions. Сущностные наставления. Only from the spiritual friend. И все это исходит от духовного друга. Spiritual friend. Духовный друг. Bring us. Приносит нам. Into the enlightenment. Приводит нас к просветлению. Without spiritual friend. Без духовного друга. Almost impossible. Практически это невозможно. To say that kind of spiritual friend. Когда мы говорим о таких духовных друзьях. I never make disappointment. Мы даем себе обещание, что я их никогда I не разочарую. I never become against it. Я никогда не пойду против них. From the spiritual friends, body, speech, mind. Никогда не пойду против тела, речи, ума, all the times to making the priest. И я всегда буду его радовать. To the my spiritual friends. Буду радовать моего духовного друга. Never I make disappointment. Никогда не буду его разочаровывать. And if I do like this, и если я так буду делать, surely I will become quickly enlightened. Точно я очень быстро обрету просветление. And through the spiritual friends, и благодаря духовному другу, to be enlightened, and я достигну просветления. Fast, quickly. Очень быстро. And one is like according to family situations. Конечно же, в соответствии с You should to research a qualified teacher. Нужно искать good spiritual friends. Хорошего духовного друга. Our life, наша жизнь, fantastic, фантастическая, but impermanent. Но не постоянно. Our life, наша жизнь, is fantastic, фантастическая, but very fragile. Но очень хрупкая. Our life, наша жизнь, fantastic, фантастическая, but very sensitive. Но очень чувствительная. Our life, наша жизнь. Fantastic, фантастическая. But what's going on, we don't know. Но что будет, мы не знаем. If we make the meaningful life, если мы хотим, чтобы наша жизнь имела значение, если хотим, чтобы жизнь была успешной, please rely on good spiritual friends. Пожалуйста, полагайтесь на хороших духовных and товарищей. Our life is very important. Наша жизнь очень важна. Difficult to obtain this kind of. Ее очень трудно получить. We cannot to use useless way. И мы не можем ее просто так тратить. If you take care yourself. И если вы заботитесь о себе. To rely on a good spiritual friend. То тогда полагайтесь на хороших духовных друзей. Good spiritual friends. Хорошие духовные друзья. Make your meaningful life. Сделают вашу жизнь наполненной смыслом. And to truly rely on. И когда мы на них полностью полагаемся. To make pleased. Когда мы их радуем. Never make a disappointment. Мы стараемся их никогда не разочаровывать. And surely something results there. И 100% будет результат этому. For example, my experience. По моему опыту. Good spiritual friends. Хороший духовный друг. Totally compassionate. Это тот, кто абсолютно. They never think about your positions. Они не думают об. They never think about your beauties. Они никогда не думают, насколько вы красивы. They never think about your position они or powers. Они никогда не думают, какая у вас власть Only или сколько у вас денег. Your benefits. Они думают только о вашем благе. If you do the positive things. И если вы делаете что-то позитивное. That make pleased. Это их радует. You practice the six parameters. Вы практикуете шесть параметров. That make the pleased. И это их радует. If you to stop если ten negative actions. Останавливаете свои негативные действия. To practice the ten virtues. И если вы практикуете 10 добродетельных деяний. Pleased through them. А это настолько их радует.
Normally, обычно, we say the offerings, мы говорим подношения, service, мы говорим услужения, maybe them be pleased. Может быть, они будут довольны. I'm not sure. Я не уверен. And thanks to offerings to make the pleased to them. Я не знаю, подношения радуют их или нет. And maybe electronic gadgets, spiritual friend, maybe make happy. Таких вот электронных духовных друзей можно этим порадовать. If good spiritual friend, а если это хороший духовный друг, pleasant, чтобы его порадовать, to make the retreat, нужно делать ретриты, нужно практиковать сострадание, нужно изучать дарму, they love you. И тогда они будут they вас просто любить, они будут вас поддерживать, вы становитесь их сердцем. And this kind, that is benefit. И это огромное благо. Never ever cheat to you. Никогда вас не обманут. Show best. И они будут вам показывать to give самые лучшие. Они you. Будут отдавать вам свои качества. If you, if we become the artificial, и если мы станем притворщиками, dishonest, если мы будем нечестными, cheater, и если мы будем обманывать, если мы будем в политику играть, cannot work. То тогда духовный друг не сможет Impossible. С вами работать. Это просто невозможно. Even this spiritual friend Даже если духовный Buddha, друг это Будда, how this person can do? Как, что делать такому человеку? To research, исследовать, qualify spiritual friend, нужно искать quickly, очень быстро fast, квалифицированного учителя, urgently. Срочно. I'm saying, я urgently. Говорю, просто срочно его Why надо искать. Why urgently? Почему срочно? Sensitive life, потому что жизнь чувствительная, life, она хрупкая, impermanent, потому что жизнь to непостоянна. That, we need to search it quickly. И для того, чтобы это все использовать, надо искать очень быстро. Therefore, like this, important. Вот так, это важно. We need to stop 5 minutes. Еще 5 минут отдыха. Then we can continue. А потом продолжим.